Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Вот моя мама вернулась. Вот, и мы снова, как вы уже поняли, ходили за грибами, ездили мы с мужем. Мама тут отдыхала без нас. Да? Да. Вот я маме, кстати, помните, какое-то видео снимала, где я маме вереск потеряла, который мама оторвала. Вот я ей оторвала тоже вновь. Там это... Кто? Вот это, не потеряй. И мох еще маме зачем-то нужен. Вот. И вот такие вот грибы у нас тут в основном подосиновики, маховики, козляки, подберезовики. А это? Ну, это тут немножко, да, горькушки. Еще вот два пакета целых у нас тут. В общем, да, в этот раз очень удачные лисички там я немножко набрала. И вот такой вот у меня муж нашел и притащил вот такой подосиновик. Сказал, я его возьму, буду с ним фоткаться. Да. Так что с мамой сейчас будем чистить тут, да? Как всегда. Ну да. Как всегда. Вот. Так что вот такой вот у нас крутой. При этом, как ты говорила, очень много народу. Да, очень много людей в лесу вообще. То есть просто там вообще наталкиваешься постоянно кого-то слышишь. От гуляния. Да, там один мужчина вообще свою жену потерял. Он мне говорит, иди к дороге. Она, да-да-да, потом он ей кричит, слышу, вообще далеко-далеко от него, в другую сторону ушла. В общем, потом там орал ее, не знаю, нашел, не нашел. Гриб. Да нашел, наверное. Конечно, но она не потеряется, прибьется, как говорится, ну, да, там к другому такое, стаду. Там такое стадо, да. Там такое местечко, что не сильно потеряешься. В общем, будем сейчас с мамой тут. Ну, это около полигона. Да, около полигона это... Так что, если не потеряешься, военные всегда найдут. Да, там, где... Как это? Кирилловская. Меня, да, кстати, спрашивали. Ну, туда, там очень много грибников, там станция. Выходишь и сразу идешь в лес. Вот, и... А там самое много... интересное, что самые грибы именно тогда, когда стрельбище у них. Да, кстати, вот сегодня было стрельбище, мы там не смогли проехать на машине, там все перекрыто было. Ну, мы машину там поставили, решили пешком пойти. Ну, конечно, страшновато, когда стреляют. Муж говорит, что это из танков стреляют, потому что такой прям бабах. Вот, но грибников от этого не меньше. Да, еще больше, потому что гриб лучше растет. Ну, мне кажется, да. Все думают, что все испугались, а я не испугалась, и все рванули туда. Да, да. Так что да, там народу очень много, прям вообще. Ну, в основном такие женщины. Женщины в возрасте, в моем возрасте, ну, видно, в школу, в садик, все на работу, все кто куда. И... Детей на продленку, да. А сами по грибы. Да. Ну, я так и сделала. Так что будем чистить. Всем еще раз привет. Я уже начинаю снимать в другой день, скажем так, спустя 2 дня после того, что вы сейчас видели. И я вообще хотела поснимать такую, знаете, серию видео с леса, потому что мы ходили 2 раза в лес за грибами. И первый раз мы поехали, вот я говорила, в сторону Кирилловского, а второй раз мы поехали в Лосево. Там не совсем само Кирилловское, вот в районе Кирилловского, Заходского, там, где полигон. Я думаю, кто из Питера, тот знает. И второй раз мы поехали с мужем в Лосево, также с утра, потому что в Лосево, кстати, там это река Вокса, да, и говорят, что там очень много грибов, очень много белых, моих любимых и так далее. В общем, мы туда с мужем поехали, на самом деле грибов там получается меньше, намного, грибников больше, намного. И мы там походили, побродили, и девочки на нас просто напали, я по-другому даже сказать не могу, я там, кстати, не снимала в связи с этим. Напали лосиные блохи, это так называются они в простонародье, это такие кровососущие насекомые, которые имеют крылышки, то есть они летят вначале, потом, когда садятся на животное или на человека, они сбрасывают эти крылья и становятся похожи на клещей. Они, в принципе, также сосут кровь и как бы живут замечательно себе, только в отличие от клещей они не переносят никаких заболеваний. Девочки, я не знала, что у меня существует фобия на жучков, но, видать, она у меня есть. Или просто... Я просто настолько впала в панику, что это был просто какой-то кошмар. Потому что они просто вот какой-то как рой налетал на голову, садился вот на плечи, на затылок.
И хоть я была в кепке, в куртке, и я всегда в лесу использую вот эти спреи, да, репелленты, они как-то так называются, да, которые идут от клещей, ну вот они в комплексе идут от клещей и блох. Но, видать, эта штука не помогла, причем совсем. И мы вначале вообще не поняли, что это такое, потому что я вначале с шеи себя сняла какую-то букашку, я подумала, что это клещ, очень перепугалась. Муж говорит, ну ничего страшного, как бы он уже не впился, ты его сняла, и слава богу. А потом начали вот налетать какие-то, мы вообще не поняли, что это такое, какие-то мошки, и мы от них отмахивались вначале. А потом просто мы с мужем остановились, поняли, что по нам кто-то ползает. Причем ползает уже за шиворотом, под кепкой. В общем, мы все это дело вначале там в лесу, можно сказать, разделись, все это стряхнули с себя, дошли до машин. То есть уже, естественно, вы понимаете, грибов не надо. Я так вообще в панике, я там визжала, орала. Вот, и дошли до машины, снова все стряхнули, я распустила волосы, снова их всех стряхнула. Я, конечно, расческу с собой не брала, я как-то не подумала об этом. Ну, в общем, сели в машину, поехали, начался дождь еще, и мы поехали домой уже. Заехали на заправку, и на заправке я обнаружила, что по мне еще продолжают ползать эти гады, и просто, это просто какой-то кошмар. То есть, вы представляете, я сижу в машине, чувствую, что мне по груди кто-то ползет. Заглядываю внутрь, грубо говоря, под майку, и вижу там какое-то непонятное чудовище, которое очень сильно похоже на клеща. Это просто... Сказать, что я орала, это ничего не сказать, девочки. Просто я уже вошла в такую панику, и в итоге, в общем, мы потом поехали домой. В итоге по дороге домой в машине я разделась реально догола, потому что я поняла, что у меня под одеждой их еще целая куча. Ну, по крайней мере, мне уже так начинало казаться. Мне казалось, что по мне ползают просто везде. Я себе расчесала спину, я себе расчесала весь затылок, блин. Потому что любое соприкосновение, знаете, волос с кожи, кажется, что кто-то ползет. Я настолько перенервничала, что я приехала потом после леса, выпила успокоительного и заснула. Потому что вот, ну, просто для меня это какой-то кошмар, честно, это... Я не знаю, это просто какой-то ужас. В общем, в лес я больше не пойду. Грибной сезон у меня закончился. Причем от слова совсем. В этом году я вообще ударно и змею встретила, и лосиных блохов. Лосиных блох. Ну, это их, наверное, такое... Это их такое название в простонародье, я так поняла, да? Так у них какое-то есть там научное название. Ну, в общем. В общем, я хотела вначале вставить вам... показать вообще, кто это такие. Я не буду, если кому интересно, вы погуглите, потому что, ну, мало ли, кто-то боится жуков. Ой, в общем, это кошмар. Еще потом, когда пришла домой, из волос я вычислила вот эти их крылышки. В общем, кошмар какой-то. Девочки, это просто вот, вот до паники. Хотя я, в принципе, не особо боюсь. Ну, вот есть пауки, там, ну, ползают комары, как бы, ну, и все хорошо. Но когда кто-то ползает уже под одеждой, и ты понимаешь, что он туда забрался целенаправленно, это уже все, это уже паника, и все. Я в никакой лес больше не пойду. От слова совсем. Причем самое интересное, что я с раннего детства, вот мы с мамой всегда ходили за грибами и в сентябре месяце, и в августе, всегда. И вот первый раз в жизни вот такая вот история. Поселок Лосево, ну там недалеко лес. В общем, я так понимаю, там много лосей, и в связи с этим много их блох. В общем, я туда больше не ногой, вообще больше никуда не ногой. Я, короче, дома буду сидеть. Все, надоело. Вот, и там, кстати, грибов очень мало. Мы собрали вообще даже, корзинку одну не собрали. Так что вот так вот. Вот, ну а сейчас я по просьбе моих подписчиц, девочек, хочу показать, как я замораживаю вот эту заготовку на свекольник. Но я ее свеклу покупаю, вот, и делаю такую заготовку. В принципе, я уже рассказывала летом, как я делаю, и сейчас просто хочу показать, как делаю именно я. Туда можно добавлять, на самом деле, вот, вот как вы любите свекольник, то есть зеленушку, какую вы хотите, там, я не знаю. Единственное, что не добавляйте чеснок, вот именно в саму заморозку, и лук, потому что будет давать горечь. Я как-то один пакетик делала с луком, такой горьковатый вкус получался, поэтому не стоит. А все остальное, вот, в общем, сейчас покажу, как делаю я.
Еще у нас сейчас на улице похолодало. В Питере 10 градусов. Сейчас идет дождь, сильный ветер. А я, девочки, собрала клубнику. Это у меня маленькая грядочка ремонтанной клубники. Ремонтанная, да, она так называется. Вот она немножко отдыхала, а сейчас снова начала давать ягодки. И вот столечко маленькую, ну, то есть вот такой, как стаканчик маленький я собрала. Сейчас отдам своим мальчишкам. Вот на самом деле, этим, ну, это есть плюс ремонтанной, она мелкая, да, то есть вот такие мелкие ягодки, ну, как мелкие, да, бывает и обычная клубника такая, вот, но при этом дает, вот, то есть она будет давать, ну, практически до морозов, да, ой, кто-то ползет тут, практически до октября месяца она будет давать, но вот сейчас вот она отцвела, там ягод много, и потом уже все, потом уже больше не будет. Вот, но в сентябре клубничку свою кушать, это здорово. И также у меня мама здесь собрала, это у нас орешник растет такой небольшой, вот, и вот дала столько орешек вот таких, не знаю, еще не пробовала, надо будет их попробовать. Вот, так что вот так вот. А я сейчас делаю заготовку для борща. Точнее, не для борща, а это для свекольника, заготовку на зиму, точнее, это заморозка. Здесь у меня свекла, кстати, муж мне ее потер. Свеклу сырую беру, то есть не отвариваю предварительно, и морковка. Ну, соотношение как бы свеклы должно быть больше, чем всего остального. Вот, я вот такую кастрюльку тут, ну, у меня немного получилось, муж мне потер, и сейчас буду еще сюда добавлять. Собрала тоже остатки петрушки с огорода. У меня больше зелени нет. И там есть немножко. У меня осталось еще укроп, но я, наверное, не буду его сюда добавлять. Вот добавлю, видите, такой прям пучочек петрушки сюда. И помидорки сейчас порежу. Так, вот я еще порезала помидорки. У меня получилось три таких, ну, крупных достаточно помидорки. Я их вот так вот мелко нарезаю. И тоже сейчас буду добавлять вот в эту кастрюлю. Почему я беру большую кастрюлю? Чтобы удобно было потом перемешать все. Вот. И также порежу петрушечку меленько и тоже перемешаю. И, кстати, хотела сказать, что овощи не нужно предварительно ни обжаривать, ни отваривать. Если отварить свеклу и отварную уже заморозить, то она превращается, ну, по крайней мере, у меня в какую-то кашу. Потом невкусно получается, вот, поэтому все у меня сырое. Так что сейчас буду доделывать и перемешивать. И вот такая вот у нас получается красивая смесь. В принципе, сюда можно добавить еще болгарский перец или просто перец ласточка. Но у меня не любят, когда в борще или в свекольнике есть перец. Мои домашние не любят. Но если его сюда добавить, будет еще ароматнее. Ни лук, ни чеснок, ни зеленый лук я сюда не добавляю, потому что получается немножко с горчинкой, когда вы уже будете размораживать. Поэтому только вот такую вот делаю смесь. Разложу сейчас ее по пакетикам и отправлю в морозилку. Итак, вот у меня получилось 4 вот таких пакетика. Руки, правда, все уже испачканы. Вот. Я их вот так вот связываю и положу в морозилку вот так вот друг на дружку, чтобы не так много места занимали. И, в принципе, вот это либо на, ну, кастрюльку, да, если у меня, допустим, маленькую кастрюльку варю, я вот просто ножом замороженную вот так разрезаю пополам. Можно будет, когда вы будете, то есть, когда я уже буду варить суп, я варю бульон, дальше беру вот эту заморозку, открываю пакет, ну, разрываю его, да, и бросаю сразу в бульон, не размораживая. Потом можно добавить, просто подольше нужно будет поварить, чтобы проварилась свекла. И потом можно добавить капусту, картошку, я не знаю, специи какие-то, чесночок, все, что вы хотите. Это такой быстрый вариант супа. Получается очень-очень-очень вкусно. Особенно если у вас своя свекла, своя морковка, то это просто будет божественный суп. Но я обратила внимание, что без капусты он получается вкуснее, намного вкуснее, поэтому я обычно вот такой целый на кастрюльку добавляю сюда картошечку, специи какие-то и все. И получается просто-просто ням-ням-ням. Вот, даже не добавляю томатную пасту, кстати. Потому что так получается, так как свекла молоденькая, получается очень такой насыщенный прямо такой цвет и очень вкусно. Мои очень любят вот такой борщ. Поэтому сделала вот сейчас 4 пакетика, потом куплю еще свеклу и сделаю
еще. То есть, чтобы у меня на зиму было вот такой вот НЗ, скажем так, супа. Когда вот плохо себя чувствуете, или пришли с работы, или, не знаю, некогда, а супчик варить нужно, вот быстрый вариант, очень классно. Так что всем советую сделать вот такую заготовочку. Если есть, где храните, если есть морозильная камера. Меня еще очень часто спрашивают по поводу супа с сосисками, как я его варю. Но рецепт я уже снимать не стала. Вот я его сейчас недавно сварила на обед сегодня. Варится, как обычный куриный суп с вермишелью. Только у меня в этот раз не обычная вермишель, а вот такая вот. Я ее, кстати, очень люблю вот добавлять в супчик. Она получается такая, ну, не разваривается, очень вкусная. Вот. То есть, как обычный суп, вот видите, у меня также зажарка, морковка. Ну, я на терке ее трю. Морковка с лучком. Вот эти макарошки и сосисочки. Вот так вот я режу. То есть, варю бульон обычный куриный. Вкусно только на курином бульоне. Вот как-то пробовала на говяжьем, по-моему, но как-то не очень. Добавляю вот картошку. И когда уже добавляю вермишельку, да, я добавляю сюда вот такие сосиски самые обычные, какие есть, грубо говоря, какие куплены. И добавляю плавленый сыр. Вот у меня вот такой «Дружба». Я его покупала в ленте. И у меня кастрюля большая. Вот у меня вот такая вот кастрюля, достаточно большая. Вот я вот только-только сварила, сейчас буду своих обедом кормить. И на эту большую кастрюлю вот я добавила, ну это два раза зачерпнула ложкой, прямо с горкой такой, вот столько вот плавленного сыра. И, кстати, вот сыр богатый, вот этот вкусно получается, видите, он как раз расплавливается, то есть, ну... Некоторые сыры бывают вот такими комочками, как бы остаются, а этот именно вот расплавился, получается вот так. То есть, если вы любите погуще, добавляйте просто побольше плавленого сыра. Не любите густой суп, добавляйте тогда меньше сыра. Вот. Соль, черный перчик, все, больше сюда ничего не нужно, ну и сверху можно зеленушечкой. Это самый любимый суп в моей семье, любят его абсолютно все, даже я, кстати, иногда его кушаю. А еще я видела рецепт, что сюда не обычные вот такие сосиски добавляют, а охотничьи. Получается, наверное, более такие пикантные. Ну, так как у меня дети, и, как вы видите, я сами сосиски режу вот так вот миленько-миленько. Почему? Потому что младший мой ребенок, младший сынок, он бывает отсюда вылавливает одни сосиски, и остальное больше не ест. Поэтому я стараюсь помельче, ну и не так много кладу. Вот, чтобы сам суп тоже был съеден, а не только сосиски из супа. Вот, а так очень советую для разнообразия, очень даже и вкусный получается супчик, вот. Так что вот эту вот заморозку я вам советую прям очень-очень, особенности, если вы работаете, у вас семья, вот так вот пришел, бросил, да и вообще бывает иногда там плохо чувствуешь, немножко приболел или еще что-то, и вот... сварить такой суп, при том, что он получается очень вкусный, даже если вы купите эту свеклу, потому что сейчас свекла вот снимается урожай, она такая, она действительно вкусная, она красная, очень вкусно получается. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте ставить пальчики вверх, оставлять свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!